последний сюжет о баре Гамбринус буквально всем выгрыз мозг. Как рядом со входом на центральный стадион может быть еще и летник, да какой? А вот так может. Потому что правильно, нормальное место с исключительно грузинской кухней. Но почему нет-то? Кафешечки разные успешно справляются с посетителями торговых центров, а как же здесь-то? Да точно так же. Я, конечно, понимаю, что и здесь и море и летних, и зимних ресторанов. Но как хочется мискатто, да не такого, чтобы фирменного. А хочется его и на мангале, и тушеного, а понятие Грузии, а как это-то? Ну а для тех, кто сидит на денежках. Я вам неоднократно показывал места, где вы можете потратить деньги. Места дешевые, но может у вас в конце-то концов хватит денег не залазить в лизинг и ипотеку. Да можете в легкую построить себе дом за копейки и купить недорогую машину. Я вам просто даю понять. Еще и то, что мир денег рухнет, и денежки надо тратить, а не крысячить на пластилин, из которого ваш типа нульцевый автомобиль сделан. И в конце концов, и понять-то вы должны, что проще купить БУшку и сделать его, и это дешевле нульцевого. Ну и конечно, просто возьмите себе участочек и поставьте себе дом, но не корячьтесь от получки к получке, а... Ну что вы, немного доехали? Да, конечно, с моей болячкой сложно тратить денежки на сына, но я трачу. Потому что хочу, чтобы и сын потусил, да и жена в том числе. Я жизнь начинаю любить. И так, чтобы понятно было, жизнь у нас одна, и прожить ее надо достойно. Тратить денежки на себя и на семью, а не пырхаться с банками. Вы это не поняли, но тема-то есть. От 300 рублей на одного, ну или 1000, на всю кафешку, просадить, и не в один-то день. Да это и всего-то $30, эй, ау. И где поесть-то, я рекомендую кафе Гамбринус. И покушать грузинскую кухню, и насладиться живым звуком, и дать киндеру возможность потусить. Ну как, а, задолбанные $30? Для чего мы сюда приехали? Для того, чтобы вам показать, что такое Грузия. Грузия в городе Магнитогорске. Вы таких мест много не найдете, да? Вот взять, к примеру, грузинский разносол. Вот. Взять, к примеру, качапули. Это баранина, тушеная в вине. Еще и травки там какие-то вкусняточеские. Вот. Естественно, это баклажаны с орехом. Вот так вот они выглядят. И, естественно, это... Сациви, то есть это, кстати, холодная штучка, вот, это курочка, вот, ну и для того, чтобы все это покушать, есть замечательный лаваш, ну и шашлык, как и обычно. Вот. Прежде чем об этом во всем рассказать, необходимо сказать, для чего все это сделано. Во-первых, здесь ждут вас всех, здесь на 300 мест. И вам бы хотелось бы здесь сделать замечательную свадебку. А почему бы и нет? Потому что свадьбы в ресторанах – это одно дело, но свадьбы в летнике – это совершенно другое дело. Мало того, здесь можно провести корпоративы, банкеты и все остальное. И это место – бар Гамбринус, который располагается прямо напротив центрального стадиона. Направо смотрите, и вот он, бар Гамбринус. Конечно, здесь есть другие вещи. И, конечно, надо понять, что вот это все покушав, вы не сможете в другое место сходить, потому что по цене вопроса это то, то и получается. Но только сколько это? Ну а мы начнем потихонечку с грузинского разносола. Что такое грузинский разносол? А это патиссоны, перчик, что там еще? Капуста, черемша и чеснок. О! Я специально взял, потому что, извините, я вот так бы не продемонстрировал вам. На черемшу я сильно люблю. А патиссоны тоже неплохо. Причем патиссоны-то совершенно другие. Капусточка. Чесночок и помидоры. Ведь здесь столько всего сделано,
А помидоры это все с чесночком. Очень классно. Конечно. Я это сейчас вам демонстрирую. Но все это в купе. В купе. С замечательным сациби. Крошка. Замаринованные просто обалдеть. Мне сразу пришло в голову, что же такое Грузия. Грузия — это аромат хорошего вина, замечательного горного нарзана и отличного воздуха. Это все, в принципе, у нас есть. До Башкирских гор прокатить, но не то. Вообще, честно говоря, мы вместе хотели бы вам показать, что такое Грузия. Ну, дай бог, такое случится. Как хорошо все закатывается. Рекомендую попробовать. Так, немножко. Очень штука классная. Придите, обязательно попробуйте. Честно, вот такой не пробовал ранее нигде. А Варри Гамбринус попробовал бы. И обязательно с грузинским родносолом. Черемши и мега огурца. Супер. Ну и теперь о другом. Что же такое баклажаны? Все надо понимать, что баклажаны мы никогда бы не смогли бы покушать, если бы, опять же, не наши доблестные горожане, которые горожанами не являются. К нам, естественно, приехали из Грузии, из Азербайджана, оттуда, где баклажаны любят. Естественно, у меня жена тоже любит готовить баклажаны. Но не всегда же это удается. Но вы придите сюда, да попробуйте. Как это сделано исключительно и замечательно. Вот я специально ставлю для супруги, она поймет, что то, что она делает, это тоже здесь же. С недавней топоры мне сильно-сильно захотелось мясо. Такое бывает, когда с головой хоть что случается, все хотят мяса. Но так и должно быть. Что у нас сегодня? Чакапули. Чакапули — это замечательная баранина. Сделанная в хорошем винце. Еще и травушка, там муравушка. Вот вы где еще сможете поесть в грузинскую кухню? А нигде. И только здесь. Спокойненько замочить. Очень, все очень вкусно. Реально вкусно. И опять туда же закидываем черемшу по часам. И чуть-чуть чесночка. И вот все это вместе собирая, вы понимаете, что такое Грузия. Очень, конечно, плохо, что мы туда не можем ездить. Хотя почему не получается? Пожалуйста, загранпаспорт, и все, и туда. Единственный вариант — не через те республики, которые внезапно присоединились к России. Так получаете удовольствие. Ну и в завершении, естественно, это супер шашлык. Шашлык моченый, как говорил мой товарищ Гиммерверт. Моченый в луке, естественно. Велосипед придумывать не надо.
берете миску и закидываете себя. А все остальное уже потом. Лучок. Причем не только резанный, а обыкновенный. И соус замоченный в грузинском шнок-шабатом. И даже обалденно в соусе. Чего вы так не покушаете, а? Ну скажите мне. Да, конечно, это все-таки ресторан. Тут, конечно, денежки стоят, но они вам приносят удовольствие. А это вот надо попробовать. Поэтому все, приезжайте в кафе, или ресторан, или ресторация, Гамбринус. Попробуйте. Это вам тоже понравится.